Транс-транс, с вами Ариран, мультиреакция. Смотрим с вами новинки кей-поп, читаем ваши сообщения, которые вы мне присылаете по донату. Заявочка первая пришла от Кристины. Ты написала: «Привет, Ари, приветик. Хотелось бы увидеть твою реакцию на клип Биби Animal Farm». Голос Биби шикарен, тут ссылочка. Это тот, наверное, самый клип, вокруг которого произошло очень много всяких разговоров, критики, потом последующих пояснений от Биби и раскрытия смысла. Как бы все эти обсуждения я видела, но клип не смотрела, потому что Кристина, ты заявочку прислала. Давайте поглядим. Я уже знаю, что тут что-то жесткое должно быть. О, это она прям на столе сидит. Настроение того, что происходило. Как будто бы, да, возможно, это была постановка, но не настолько уж это все выдумка. Вот так. Короче. Песню надо бы еще раз переслушать, наверное, потому что, да, видеоряд очень сильно перетянул на себя внимание. Действительно, он очень кровавый, он жестокий, но немало фильмов снято вот в таком плане. Просто сейчас у нас общество несколько перестраивается, и уже в таких работах тоже видят не просто какую-то, да, постановку, а какие-то заложенные смыслы, попытки кого-то обидеть и прочее, прочее. Поэтому я не буду вдаваться сейчас в демагогии и обсуждения всяко разного, что и без того уже обсуждалось в интернете. Скажу, что снято очень круто поставлены драчки, все вот эти вот фишечки с мечом, как он называется, с пистолетом, даже где она просто использует какие-то приборы, там где-то толпа, ну то есть понятное дело, что снимала это хороший режиссер, который знает в этом толк, но с другой стороны очень хочется похвалить Биби, она действительно выглядела максимально натурально и не закладывалась у тебя впечатление того, что она просто была интегрирована в эту ситуацию и обучалась, то есть ей показывали, как поворачиваться, как делать, нет, не было недотянутости, то есть она в полной мере отыграла это как со стороны мастерства боевых искусств, так и эмоциональном передаче своего образа, своей героини. Все это чувствовалось, озлобленность, дикость, да, какая-то животное, которое вырвалось наружу, и вот такие катастрофические последствия мы могли видеть. Конечно же, люди, поросята и прочее, тут, наверное, всякие смыслы, конечно же, какие-то имеются, хоть она и говорила, что не копайте так глубоко, не настолько там прям все я. Тем не менее, конечно же, посыл тут был заложен, вся у нас картинка концентрирована красной, прям красной, кроваво-ржавой такой, грязной. Именно грязный, то есть это у нас не такая кровь, которая эстетично даже может смотреться в сочетании с белым, а именно вот чувствовалась та самая грязь, но вместе с тем в плане киношности ни единого у меня нет нарекания, то есть мне прям понравилось, мне понравилось, как это было сделано, взяли одну локацию, я понимаю, хоть и отдала локация, да, сколько туда денег было вложено за счет создания всех эффектов, которые являются не спецэффектами, а именно постановочными эффектами, поэтому крутяшка. Я оценить успела ее голос, потому что вы знаете, что она прекрасная вокалистка, поэтому да, я слышала, как она раскрывалась в этой песне, но по конструкции песни или еще что-то, ребят, я поняла только в конце, что музыка для меня была тем самым создающим настроение и дополняющим видеоряд, она сама по себе была достаточно агрессивная, поэтому недостаточно одного просмотра и прослушивания одновременно для того, чтобы как-либо характеризовать песню. Мне нравится такая музыка под определенные моменты жизни, да, что-то такое прям вау. Поэтому нужно слушать весь альбом. Что касается композиции, которая шла следом, она очень-очень-очень сочетается с предыдущей, хотя у нее значительно более спокойный ритм, чувствуется драматичность и боль какая-то в ней, но она, опять же, более, знаете, как будто бы такая размазанная. И мне очень понравилась мелодия у последнего кусочка, у меня было больше возможности внимательно вслушаться. Я знаю, что Биби очень много сил вложила, и что она сама полностью занималась этим альбомом и полностью этим релизом, поэтому хочется ее похвалить, работа была проделана большая, хочется побольше внимания, сейчас у нее, вот я смотрю, 4 миллиона 600 с лишним тысяч просмотров уже собрано, надеюсь, оно окупится. Что-то упало. Большое спасибо, конечно же, говорим Кристиночке за заявочку на Биби. И перехожу к следующим ребятам, которых мы будем сейчас смотреть. Это Трэжи с их композицией Hello. Заявочек не пришло на них. Была мысль вынести в спешл, но поскольку у меня благодаря им получается полная такая сейчас мульти, я решила добавить в эту реакцию, поэтому давайте посмотрим. Раз, два, три.
Я уже посмотрела тизер, естественно, я была удивлена тем, как поменяли образы некоторых парней. Например, Йоши Пушка получился. Мне уже нравится музыка. Ой, Асахи, хорошенький какой. Вот тут он более привычный, и даже, знаете, как будто его вернули в дебютное время, у него был более схожий сейчас образ. О! Джихунчик. Красиво ему с этими линзами. Это что, Дойон, что ли? Воу. Мне кажется, я сейчас начну пацанов путать. Я так давно уже с ними ничего не смотрела, что уже, наверное, всех позабывала. Но разве забудешь, кто так это младшенький у нас был? Ладно, ну он как всегда такой бусь. А, кстати, вот Джихёк, да, кажись, чтоб я не попутала. Блондин на фотках, я успела некоторые фотки просмотреть, я даже не сразу поняла, что это он. Потом такая, кто это? А, это Джихёк. Ничего себе, ты беленький, ему очень идет. О, Рута. О, Рута не изменил своему стилю, но ему сделали больше в малете вот эти вот удлиненные прятки, ему идет. Лидер тоже очень-очень такой, ну как бы кричащий, эпатажный, да? О, Йоши. Йоши, что с твоими бровками сделали? Открой мне секрет. У него как будто бы уже линия челюсти стала, наверное, за счет мейка достигли коррекции. Да, там прям ему короче, хорошенький, как правда, как с картинки. Ой, да он с этими синими волосами. Что это они делают? Я хочу Асахи рассмотреть внимательнее с косичками, где он. Так, слушайте, короче, две трети клипа я занималась разглядыванием ребят. Пропуская все остальное. Ну, слушайте, милашка в каждом движении. Ну, Сахи очень красивый здесь. Классный, классный, классный. Слушайте, ну Йоши правда так идет. Зависла. Слушайте, сюда сейчас загоняем девчонок А с их последним релизом. И получается суперпати. О, прикольный, кстати, моментик сейчас был еще такой, да, дополнительно с Рута. А, это я помню из тизера кусочек. Так, ну что я хочу сказать. При том, что релиз-то мне понравился. Наверное, привет нулькам я вернусь позже. Сначала я скажу, что не так уж особо сильно и вложились, на мой взгляд, в их камбэк YG. Нет, я, конечно, не жду, что там будут размахи не меньше, чем у девочек в Blackpink. Но многих предыдущие релизы, они более прокачанные, я бы так сказала. Это, наверное, единственное замечание. Но сюда же еще могу назвать сам формат песни. Он такой и не туда, и не сюда, просто веселый, да? Это, наверное, все такие недочеты и нарекания. В остальном же, в целом, качественно снятый клип, качественная локация, настроение. Ничего-то не новое совсем такое, вернее, ничего-то совсем такое новое. В кей-попе множество подобных работ мы с вами видели, но ребята отработали бомбинг. То есть с позитивом, все хорошо. А хореографию, я вижу, уже выпустили, можно посмотреть отдельно. Любимочка моя Джункю, как всегда, в каждом моменте, где его захватывала камера, где он был центровым, так скажем, да, он везде вкладывался милашкой своей. Хотя он может быть разным, но по большей мере он все-таки милашка. Из этого релиза образы самые впечатляющие для меня, конечно же, это Йоши. Вот, опять же, Сахи, он во всех релизах, его чуть-чуть немножечко меняют, куда-то возвращают, что-то ему добавляют, но за счет того, что он очень красивый мальчик, хочется им любоваться. Вот он из разряда тех человечиков в кей-попе, которые вот фотографиями, видео, просто какими-то его лайвами хочется любоваться, ты смотришь и ты получаешь удовольствие, просто глядя на него, вот так. Поэтому
Конечно же, Сахи мне понравился. Оценила я, что не сильно там убрали вот этот вот сформировавшийся уже образ Рута, но добавили удлиненных прядочек, что-то такое, да. У лидера тоже кричащий яркий, мне в принципе так бы все нравится. До Йону такая короткая стрижка. Он миленький, он намного милее, намного, я бы даже сказала, более симпатяшно, сладко симпатяшный. Тут это было оригинально, ярко, неожиданно, но не подчеркнуло его достоинства. Короче, не буду я перебирать всех мальчишек, остальных, кого я не назвала, наверное, плюс-минус, да, остались либо в своих образах, либо более имеют какие-то типичные. Музыку слушать, хоть я так и сказала, что ни туда, ни сюда, но это как раз таки музыка, которая зачастую, чаще всего нами и слушается просто в повседневной какой-то жизни, поэтому мне понравилось. Что там у них еще нужно глядеть? Из всего, что они выпустили в плане заглавок, лучше ли это для меня релиз у них, самый впечатляющий? Нет, но вы знаете, у меня есть такая тема, когда я возвращаюсь к их некоторым работам и подседаю уже спустя время, и многие работы, которые мне не сразу я типа поняла, потом даже выбиваются вперед, сдвигая все остальные, то есть как будто типа распробовала, то уже немножечко подприсела на уши, а это вот распробовала, и больше даже к ней интерес появляется. Возможно, это та же история, но по песне, мне кажется, любой артист, особенно в кей-поп, должен иметь в арсенале песню под названием «Hello». Ребят, поздравляю, тоже пополнили коллекцию. Мне кажется, самое распространенное название в кей-попе. Если нет, предложите свои какие-нибудь варианты, какие для вас чаще всего встречаются названия. Все, ребяточек, конечно же, с камбэком, долго их не было. Чувствуется, что компания им не додает в плане музыки, ну, как и девочкам в Blackpink-то, наверное, да? Но они прям активно их юзают чисто в блогосфере, я бы так сказала. То есть, да, создается какой-то контент, на котором ставка. То есть, я думаю, что эти ребята больше работают на камеру типа повседневки, типа шоу, типа подсъемки, типа влоги и все остальное, чем непосредственно занимаются музыкой, к сожалению. Хотя очень многие ребята там способны. Едамчика отсутствие чувствовалось. Остальные все тут у нас были, кого не хватало? А, Мамашихо, точно, он же тоже сейчас в Японии. О, да, сейчас я когда про них вспомнила, я поняла, что мне их не хватает тут. Я бы хотела заценить их в этом концепте, потому что ребятам над образами поработали очень хорошо здесь. Ладно, хорошо, все, переходим к следующим мальчишкам, кого мы будем прямо сейчас смотреть. И мне сразу много-много заявочков от вас пришло на поглядеть. Кто же у нас стал сегодня спонсором просмотра нового релиза ребят Stray Kids? Светланочка, ты была первая, написала кейс 143, 143 или 143, так называется, скажите. Ладно, это первый заглавный трек группы, посвященный теме любви, творчески выражающий концепцию в собственном звучании и цвете Stray Kids. О, как интересно. Так, теме любви, не, ну я понимаю, что предыдущих историй... Мятежные, вот оно, то самое слово. А что, не было там особо про любовь у них ничего? Ну ладно, тут может быть целый концепт, наверное, отдельные какие-то песни, да и были. Еленочка, красавина, пишешь: привет, Ари, приветик. Каждый их камбэк словно событие. А фанаты говорят, это точно будет хит. Дети умеют удивлять. Итак, Stray Kids, Ари, смотрим, сердечко добавила. Да, девчонки, конечно же, смотрим. Ну и вот еще хочу прочитать сообщение, которое пришло от Марии. Мария, Stray Kids, детишки-милашки. Очень зашел припев и хоряга. Надеюсь, для тебя тоже будет поводом улыбнуться. Я тоже надеюсь, возвращаясь к сообщению Елены, что-то там какая-то удивляшка все-таки может у нас случиться. Или мы будем удивляться тому, что опять круто, опять класс. Так, и последний, кто решил тоже задонатить на пацанов, это Катерина. Привет, Ари, мой любимый смайлик. Приветик. У Stray Kids вышел долгожданный клип. Музыка супер, видео огонь, а после перевода влюбятся в мальчишек все, кто почему-то этого еще не сделал, и милый смайлик. Я вот понимаю, что если там будет сейчас просто ля муртюжур, то как с этим концептом можно будет прям сверх захлестнуть, если это не какая-то боль, драма, стекло. Аж даже интересно стало. Хотя, с другой стороны, мы знаем все прекрасные Stray Kids и знаем, что каждый их релиз это что-то мощное. Ой, тут вот у них такая еще и заставка какая-то на веселе, там разводы. Так, все, девчонки и мальчишки, глядю. Поехали. Что-то у меня все выключается, да, отключается, да, выскакивает интернета. Это вот эта штукенция, которая была у них в тизере. О!
А, мне кажется, заражен теперь Феликс. У Хана такая партия была. Короче, атмосфера мимимишная. Привет. А, что происходит? Ты что, Феликс заразный? Дыша. Вау, какой момент был, блин, просто он прикольный. Короче, что-то для мимимишности, которую видят мои глаза, мои уши, особенно от партии Хана, не сразу уезжают. Так, сейчас, короче, лидер все порешает. Смотрите, он вызвал специалистов. Сердечко пропало, и они не знают, где его искать. Там такая стена проломанная, типа, с сердечком. Оно такое, типа, не знаю. А, так это мавой был. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, вот эти упоротые моментики. А, пролетающий, класс. Ой, Лено, класс. Слушайте, реализовано так круто. Кто-то не сусла, блин. Ты же была мама? Знаете, он как будто выиграет. У Хёнджина там эмоции без эмоций. Ой, слушайте, ну блин, как клёво снято это всё. Всё, вас попалили, пацаны. Ой. Могой светленький, ну такой миленький, такой ангелочек, я не могу. Если вдруг этого парня захотят перекрасить, дайте там сердца, так, да это же Stray Kids нас кажется сейчас, вот да. А, я поняла смысл, вот это вот, да, типа, кто еще не влюбился, то есть, вот у Хёнджина очень, очень прикольные эти и наряды, и вообще ему идет и стриженцы, это, и даже сережки вот эти все, вот это, короче, трусы поверх там на... Короче, все круто. А, он, подождите, что произошло? Слушайте, как прикольно реализованы всякие штучки в монтаже. Такое, знаете, вот типа клип, как вот у Ичи, например. Я часто вот хвалю девчонок за реализацию вот такую с графикой, с какими-то приколами. Боже, как мило. Как мило. Посмотрите, а там я только заметила, там даже облака это с сердцами на крыше. Короче, они ведут расследование. Чё? А, вот, отключили. А что это вообще, короче? Я сейчас уже пытаюсь углубиться в смысл происходящего. В этом есть смысл, ребят, мне пытаться, не? Ой, как мне нравится Феликс. Оу-оу-оу. Капец, ты влез в мой компьютер. Я даже не сразу въехала, ребят, что происходит? Ой, как мавой только что двигался. Боже, они отключили, потом включили. Зачем? Сердце там связано цепями какими-то, еще что-то. У них во всех локациях сердце есть, да? Смотрите, там. Ладно, просто прилепили. А, смотрите, они прорываются за пределы там. Короче, это сердце их пришло, покусало, заразило. И они теперь вот это такие что? Красивые, значит? Ага. Ай, хорошенькие. Лена вот такой прям. Сережки у всех, все в образе. А, они только что в ханбоках были стилизованы, да? А-а-а, как будто бы игрулечка какая-то компьютерная, такая милашная. Я бы поиграла. О, ребята. Слушайте, вот это та тема, когда песня и концепт ванильный, прям сахарный. Но это так реализовано. Круто не просто в плане классно, а круто в плане свэк. То есть ребята реально дерзкие тут, милые, но дерзкие. Очень классно простроен видеоряд со всеми эффектами, со всеми фишками. Ребята такие мальчики красивые, просто пушка. И, кстати, знаете, что я обратила внимание? Там у многих было достаточно много партий. Ну, то есть мне казалось, что их всех много было, то есть всех достаточно. Ну, это не, ну, мне, конечно, кто поклонники, вы, наверное, заметили, да? Наверное, как всегда, кого-нибудь там обделили. Я просто не обратила внимания, потому что... Мальчишек много и не ульт-группа, но тем не менее мне прям достаточно было, прям достаточно. Давайте попробуем разобраться, что там происходило. Они себе, значит, жили в каком-то мире, и тут ворвалась к ним любовь в виде мохнатого сердца. Она заразила, типа совершила преступление, да, какое-то, и спряталась, убежала. Вызвали наряд милиции, и они долго расследовали, но оказалось, что... Кто-то среди них на самом деле уже выбрал сторону
хотел сказать зла, как «Звездных войнов», сторону любви, вот так скажу. Короче, ладно, ребят, мне правда, мне очень-очень понравилось то, что JYP Entertainment не поскупились и сделали этот релиз при всем достаточно заюзанном уже концепте милоты, очень достойном, претендующем на заглавку, это что касается видеоряда. Песня заводная, приставучая, и по ней даже не сразу скажешь, что она про любовь, если бы не, наверное, видеоряд вот такой супер милейший, ну типа просто не у каждой женской группы есть такие подобные релизы миленькие. Кто вам для меня выделился? Ну, конечно же, фейсы группы, броские были, я имею в виду Хёнджина, Феликса, конечно же, красивенький Леноу был, и мелкий малой мне понравился, да, в очередной раз. Так, фаворитизм это плохо, но я, в общем-то, вам перечислила, назвала вот так. Остальные ребята все были тоже хорошо. Короче, там, ну, дорогой релиз, дорогой. Кажется, ты такой сидишь на расслабоне с ребятами, ля-ля-ля, а там, наверное, просто неподъемные мешки с деньгами отгружали JYP на эту работу. Да, наверное, как и на все предыдущие ребят Stray Kids, но, казалось бы, да, могли на таком концепте, ну, немножечко где-нибудь там... Много было всего и задумок, проработан хорошо был сюжет. Короче, я прям в восторге. Мне уже хочется показать кому-нибудь пойти. Я, наверное, сейчас это самое смонтирую и пойду смотреть тоже реакции других людей на этот клип. Это вот когда зашло-зашло. Это зашло. Папа у меня приезжает со своей семьей на выходные ко мне сюда, ну как, во Львов, не прям... сюда. Ну, я, наверное, тоже дам заценить. Он, когда смотрит клипы K-pop, я ему когда показываю, он говорит, блин, ребята, Голливуд отдыхает. Спасибо большое вам за заявочки на все эти клипы. Я очень рада, что тоже успела посмотреть трэжи до того времени, как вот сейчас. Я думаю, что пару дней я буду сосредоточена на общении с семьей, восстановлении гармонии, баланса. Вот, жду ваши отзывы по всем работам в комментариях. Еще раз благодарю айвятки вас, кто становится... создателями, собственно, этой рубрики. Вот, не забывайте, что есть телеграм-канал, группа во ВКонтакте, и что также под этим видео присутствует кнопка «Большой палец вверх» тоже, да, если еще не поставили. А на этом я буду закругляться. Мне кажется, настроение у меня позитивное на несколько дней вперед сформировано. Хватит вас забалтывать, я пойду. Саран-саран, с вами была Ариран. Люблю вас, целую. Ой-ой-ой. Пока-пока-пока.